Добрый вечер, мы с Украины. Решил без стрима поиграть немного в доту. 5 утра. В принципе, время такое. Пока еще раннее слишком, чтобы что-либо подрубать, поэтому решил просто погонять, да и все. Вроде не очень громко, да? Нормально, пойдет. Решил некра взять. Решил мету такую затестить интересную. Сам придумал. Уже звучит хорошо, да, мета такая. Сыграть мидерами, которые играют через Blade Mail. Думал мясо взять на самом деле на мид, но мясо было в бане, а именно пуч. Думал Бристлбэк, Некрофос, Клоквер, какие-то такие герои. Взять несколько брейсерков с лайна, с мида и потом выйти в Blade Mail фастовый. Какой-то такой план был. Центряк того парня. Но Оракли сейвит, я так понимаю, против ОД, скорее всего, ласпиком ОД был. Так что посмотрим, как стоять будем по итогу. Такс. Да, ОД, как я и думал. Можно, кстати, на самом деле... Блин, худ хочется на самом деле зарашить вроде бы. Если так подумать. Оп. Так, мы его прогреем немного. Ай-яй, все-таки задонайл мальчик. И тут задонайл, да? Ну тут он вряд ли задонает, на самом деле. Тут уж явно вряд ли. Ну, сейчас посмотрим. Нулики собирается, значит, да? Очень интересно, собирается ли он фаст. Как эта штука вообще называется, не помню. Метеор. Метеор. Падла та еще, на самом деле. А не шмотка. Такие метеоры собирать. Он типа успел задонать, серьезно. Интересно, конечно, получается. Не знаю, выгодно ли ему так прогревать, меня пытаться. Ну да ладно. Так, ботинок. Не жалею. Купить себе, наверное. Потом еще брейсерок один, наверное, закуплю. Или можно сразу, в принципе, ботинок закупить. Либо брейсерок. Это мне, кстати. Оп, это тоже мне. Не знаю, бутылку будет выходить, не будет, на самом деле. Непонятно. Давай купим ботинок, фиг с ним. Уже от него явно не будет. Оп, это мне донай. Ай-яй-яй-яй, все-таки забрал. А какой крип его ударил? Мечник, что ли? А, неважно. Еще один брейсер купим, ну и Blade Mail. Брейсерки для того, чтобы выживаемость хоть какая-то была. Все-таки хп у нас не так много явно будет по игре. Так что... Честно, убьет курьера? Не попал, миссанул все-таки. Не думал, что пойдет даже за курьером, конечно. Бывает, бывает, что. Ух ты ж, ух ты ж. Крипа забрать хотел у меня. Молодой какой. А, все-таки выбрал... Выбрал правильный таргет между двумя крипами. Ну ладно. Ну вроде против ОД как-то нормально стоим. Крипстат какой-то имеется, так что уже хорошо. Оп. Не знаю, почему через Blade Mail захотелось поиграть. На самом деле. Просто заметил, что шмотку не так сильно покупают. Хотя вроде шмотка очень сильная, на самом деле. Шмотка действительно очень сильная, сама по себе Blade Mail. То есть у тебя много хп, если ты возвращаешься урон, плюс твой персонаж дамажит. То есть у тебя, например, косарь хп, ты вернешь 1000 хп противнику. Еще и сам как бы будешь не таким уж слабым. То есть сам тоже что-то задамажишь, как минимум. А что ты вообще делаешь, придурок, блядь, тут по головой? А что вы сритесь? Играй в игру. Мультрепорт. Ага, блядь, хуесос ты ебаный. Не сритесь, пацаны. Ты стоишь вот здесь с ним дерешься, ты вообще мудак, у нас КП подвышка, ты не можешь пойти отвод сделать. Пацаны, не сритесь, вы играете в одну игру. Вы игру проиграете так. Зачем вы сритесь, что это даст вам? Я с ним не срался, блядь, я ему ничего. Ну, это я к войду сейчас задаю вопрос. Ну, ну скажешь ты ему это, что дальше? Скажи, это нормально, как люди говорят. Тиммейты, конечно, очень странные. Не понимаю немного вот этих срачей, токсичности.
Недовольство Вейда понятно. То есть Гримстрок, наверное, где-то нафидел, что-то сделал. Поэтому этот посраться решил с ним. Этот ботл взял себе. А, это типа абьюзер, я понял. Дофига абьюзер, короче. Какой потный мальчик, а. Оп. Это тоже мне? Ах ты, падла. А ты меня рейнджового решил забрать, да? По итогу. Ну, кстати, ОД как-то не сказал бы, что хорошо стоится, на самом деле. Точнее, вроде и хорошо, вроде бы и непонятно. По итогу, хорошо ему стоится, плохо, неясно. Вроде стоит против меня и как бы пусть стоит дальше. Оп, это мне, кстати. И это мне, и это мне. Можно, кстати, идти вперед. Он гнить на самом деле будет так-то. Ну, кстати, ему не очень-то приятно, на самом деле, так стоять. Ну, вообще не очень. Без шуток. Но у меня уже чейнмейл есть, что дает мне броню. Так что довольно-таки приятно. Из ботинка, наверное, фейзы соберу именно. Потому что броня. ПТ это все-таки для драк, арканы, ну, такое себе, мне кажется. Играть за деда и покупать арканы. Очень такое себе. Плюс... Фейзы сами по себе очень сильно помогут догонять цель, которая будет убегать от нас. Так что как бы да. Выбор очевиден. Можно катапульту подломать немножко. Ай-яй. Что-то как-то рановато катапульта пошла пушить. Хотя, в принципе, неплохо. ОД где-то куда-то ушел. ОДСС. Не понял, куда ОД делся пока что, на самом деле. Куда именно он ушел. Неясно, может, руну проконтролил. А, ОД на базу ходил. Ну, тогда можно к нему прийти погулять, так сказать, с ним. Немножко. Пообщаться с парнем. Ай-яй, ну почти прогрели мальчика. Что-то как-то по КСу не повезло, конечно, немного, но ладно. Ну, кстати, я с этой хостой мог вообще прийти на лайн помочь. На самом деле, мог. Ну и ладно, фиг с ним. Кому мне, ему. Похоже, что ему. Что у меня Денай не появился вроде бы. Все равно рун. Аура забрали на самом деле. Как-то мне на самом деле не так уж и сложно для шуток стоять против него. Как-то прям, ну, стоится хорошо. Против ОД. На некрофисе с двумя берсерками. Мемно, конечно, ну да ладно. Он, наверное, думает, что я фейзы рашу какие-нибудь. Но нет, нифига. Непонятно, что он рашит, конечно, тоже. Нулики какие-то закупает. Вообще парень тоже. С приколом, видимо, своеобразным таким. Ух ты ж. Базовый урон 400, длительность, множитель радиуса, мания. Я не знаю, как это ульта особо работает, когда ты играл за ОД. Игру одну-две. Чисто посмотреть, что с герой. Лет 8 назад, наверное. Так и не понял, как он работает, если честно. Его ульта. Но она вроде сильная. Какое-то нападение пошло наверху. Давай, Жакира, я сейчас приду. Веди. Сейчас ультану у него. Хорош. Все, красота, убили Свена. И пошли обратно. Какой же ты мудак ебаный. Че ты опять срешься? Ты можешь играть в игру? Свен какой-то... Ой, Свен... Войд какой-то странный. Срется без конца. Парень. У него КД ульты большое, да? Понял. Здравствуйте. Жом немножко этого мальчика, жом. Он не должен меня убивать, ему по сути нечем должно быть. Крипов, мудак, ты просто, блядь, по сути я бы сказал, что ему нечем я пока что убивать. Нахуй. Или даже просто есть чем. Каждый раз они динают ебаного рейнджа, блядь. Долбоёб ты ебучий. О, ладно. Надоело это слушать. Немножко. Этот понос. Просто мутайте и все. Если падло это слушать. Человеку явно...
паренек лет 15-16, что такое. Поэтому и горит на все подряд. Иди сюда, отойди, я тебе дам. Ласку дам, иди сюда. Конечно, жаль за Гримстрока, что у него такой тиммейт, сюда, но что поделать. Дам, блядь. Так, он руну какую-то контролил или нет, интересно. Он мидас вообще собрался, парень. Понял. Окей, допустим. С мидасом парень играет. А, кстати, он меня тут и забрать мог. Наверное. А может и нет. Кто знает. Разор улетел. ОД ушел куда-то. На ТП, возможно. Скорее всего, на ТП куда-то ушел. А, нет, остался. Ну, они давят под вышкой. Не знаю, есть ли смысл идти куда-либо здесь особо. Чтобы купить, я бы купил еще один брейсерок, дабы увеличить свое хп еще немножко. Еще чуть-чуть. Я понимаю прекрасно, что он хочет сделать. Ага. Интересно. Угу. А шо? Ага. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Как опасно получилось тогда, ребят. Как опасненько по итогу. Вы смотрите, какие мы опасные все, а? А шо, так вы опасные, ребят? Давай, мальчик. Ай-яй-яй, убили, все-таки убили, ну ладно, почти. Почти подбавили брейсерок, хочу купить себе еще один. Выживаемости очень мало, потом фейзы какие-нибудь зарашить. Потом у меня будет еще один слот. Ну, либо стик купить какой-нибудь, да и не париться особо. Вышку вроде снесли, неплохо. Тут, смотрю, тоже хорошо по вышке. Разор приходит с арканами, хп колечком. Пошли за брейсерком. Этот убегает, парень. Или не убегает, или в соло всех убивает, ладно. Интересная, конечно, ситуация. Не знаю, есть ли смысл вообще в Радианс выходить. Я хотел сердце купить, на самом деле. Вот фейза мы выйдем, конечно. ОД это, конечно, не самый лучший герой у нас. В плане того, что он нас прячет. Блейдмейлом сложно будет это все вернуть, а он еще и ультануть может. Если метеор разве что ему вернуть, то было бы неплохо, конечно. Метеор возвращать действительно неплохо. Вообще, кстати, можно им их немножко в их лесу погулять. Покилять немного. Ага. Я сильно боюсь вообще их или нет? Он сосалку въебал. А тут и Рики еще. Хорош. Очень прикольный Итан Блейдмейл. Они очень сильно будут бояться меня явно давить. Это тоже Блейдмейл же будет, надеюсь. Ну, надеемся, верим в это. Что он с БМ будет играть. Два Блейдмейла в команде, конечно. Противники не будут знать, кого бить. Кентавра, Некрофоса. Из тех, кто будет впереди. А мы по факту дадим просто позицию. Ай-яй-яй. Если бы я нажал раньше Блейдмейл, то, может быть, даже не успели бы подсейвить немножко. Минус Вен. Очень хорошо. Оп. И этого тоже. И этого. Хорошо. Просто прекрасно. Так, мне кажется, здесь... А, Варда непонятно, есть, нету. Ну, вообще, можно тройку ихнюю забрать себе. Так-то. Сюда поставить один вард. Еще слой Америки здесь, если зайдет. Мари, заходят уже. Оракл еще думает. Это три героя. Ну, мы очень сильные, не хочешь забрать кого-то? Если они сюда зайдут. Осторожно. Если разорчик, Рики. Думают. Смотри, смотри. Хорошо.
Только у меня косы нету, правда. Да, еще втроем. А, недалеко мы? Я через лес пойду. Ой, хорошо. Ай-яй-яй-яй. А есть арканы? Грим. Грим, нажми арка. Ага, спасибо. Надо было, наверное, сразу мне уходить. Скорее всего. Ай, хорош. Возможно, он из-за меня сейчас умрет, кстати. Ну как возможно? Вот все. Неплохо, кстати. Свена забрали. Да, они такие сочные, а. Да. У меня хп нету, правда. Ну, войд с куполом он мог бы и развернуться. Он без того. Парень на войде мог развернуться. Вместо фарма пойти принять их, конечно, но... С гримом соглашусь я. Парень очень странный. Так. Мы очень жирные, но хочется как-то еще больше жира. Как я сказал, фас сердца. Не, ну а что здесь, Блейдмейл, как бы хочется возвращать урон. Естественно, фас сердца, что же еще? Слышал я какой-то дисперсион, кстати. Могут добавить в игру. Какой-то item dispersion, что-то такое называется. В общем, непонятно, что это, как это. С блинга запрыгнешь. Ничего себе, тут все прям скупили. Я ульт все дам, вот здесь ДДшечка есть. ТП, кстати, у меня с собой нету, надо купить. А в этот с блинком, да? Хорошо. Хотя ладно, давай мне. Давай хп реген сюда. ХП, ману, реген лишними не бывают. Сюда! Сюда! Как минимум, когда у тебя с маной проблемы, уж точно. Бьют. Трогают. За все места. Блейдмейл они лицо свое сломали. Драться они не могут уже, по факту. Нормальным образом. То есть у Разора пол лица нет уже. Кем бы он Разором там не играл бы. Жирным, не жирным. Все равно лица уже нету. О, крыска. Хоп, реген. Ну и мана реген, естественно. Угу. Хорошо, как, а? Ух ты ж, ух ты ж. А если ловить? Успел. Успел Блейдмейл все словить. А, на нее очкошники. Они очкошники. Это мы поняли уже. Оп. Угу. Кстати, тучка, на самом деле. Каким-то образом надо бы ее снимать, на самом деле. Вопрос только как? Пока что непонятно мне. Куплю, наверное, сразу ливер себе. Хотите, что ли? Да, сразу ливер, думаю, будет неплохо купить. Стакну саму себе. Потому что я не думаю, что мы этот файт проиграем, поэтому стакать, в принципе, было бы неплохо. А кентавра сейвить нечем. Не успел. Не успел, к сожалению, подсейвить парня, не успел. Оп. Ну, это все мне, естественно. Куда же без этого? Плюс МБ Блэдмейл умирает неплохо. Плюс аура моя, в принципе, очень даже хорошо. Ну, фармят. Фармят. Я тут подфармлю. Наверное, лучше. Оп, сюда. Крипса. Еще сюда крипса. И еще. И еще. Ну, с Рики я не знаю, драться, не драться. Одним Свен еще. Да не, такое. Свен с блинком. Свен без блинка. Не дойдет сюда. А, тут файт в центре хороший. Связался для меня. Можно как раз таки и подойти сюда будет. Ай-яй-яй. Подсейвили все-таки гады.
Подсейвили. Что-то он очкошник немножко. Куплю себе ривер, наверное, курьера. Отведем уже. Ты ж. Бабах. Ай, красота. Говно должно гореть. Гореть. Сколько у меня брони? 16. Больно будет танковать или нет? Сейчас мы варды, кстати, пропалим. Или не пропали, мне понятно. Больно, да? Получить себе же по лицу. Угу. Все-таки ушел на Свене. Кстати, разор фармит себе этот Блудстоун. Все-таки надо было не себе ману заряжать, но да ладно. Кстати, вардов у них. Ладно, пойдет. Чуть не это. Курьер они не посеяли немножко. Сон. Лопатка. Есть что-то на... Ой, выживаемость, кстати. Надо, яблочко надо будет. Выживаемость — это очень хорошо. Много хп, ребят, не бывает, запомните этот момент. Да ладно, а зайдем. Да. Что там, байда ловят? Чуть-чуть. Вон внизу можно. И внизу поймаем. Ну, внизу кого-то ловят. Я пока тут останусь, на самом деле. Руны тут пособираю какие-то. Вайда молнии мом. В принципе, неплохо. Могло быть и хуже, на самом деле. Пиздец. Могу себе позволить закачать их лес. Меня убить очень сложно. Давайте поможем кентаврику. Мне кажется, не, нормально. Успеваю себе стакнуть. Они уже на базе своей чилят чисто. Я до дома. С базы не вылазят особо, надо кентавру помочь, если что будет. Оп. Так, ну тараска почти готова. 500 голды, буквально до 2 минутки и все. Это тоже тараску варит. Какие же мы неубиваемые будем, наверное, под тарасками. Кстати, саппорты отошли куда-то. Не сильно хочется на этой половине пока оставаться без сапиков. Я такая же фигня. Пойду, что ли. А можно здесь пачечку формануть, кстати. Что там, 50 голды осталось за тараски, да? Что у нас тут? Отсекать сейчас пойду в нас вот эти. Ага. Интересная ситуация. Ну да ладно. ТП он не нажал. Хотя ульту я, конечно, просрал по итогу. Ну да ладно. Сейчас мы кое-что купим. Ай, сердце заимели, как хорошо. Ну все. Так, ну Шиву хочется купить, на самом деле, в такой пик. С Бладстоуном от Разора. Меня оно точно уплотнит. Так что будет хорошо, на самом деле. Радианс пока не знаю. Такое чувство, будто у Свена будет просто БКБ. Какой-нибудь. Так что Шива вариант хороший, на самом деле. Идет. У него ТП нету, на самом деле. Хотя не знаю, что это мне даст. То, что у него нет ТП. Ух ты ж. Может, Сашешу купить, на самом деле.
4 кем, что ли, ты не буду знаешь, еще как... больше жить. Да, да. А, я хочу Саша Яшу, слишком много контроля. Саша Яша, кажется, будто это вообще не ошибка. Вот, вот, да, вот. Лечение или госраут. А, лечение. Ух ты ж. Кого-то нашли немножко. Поздно, поздно. О, испугались мальчики, да? Немного. Маны бы не хватило, было бы неплохо, но вот с маной какие-то беды все-таки. Манориген 2 с косы. Очень мало. Убежал все-таки, отпадла. Вообще не знаю, был рисковый парень, очень спул хп, наверное, так и проехали. Ну я с Тараской бегаю, меня очень сложно убить на самом деле все равно. Что бы они ни делали. Так, Шива нужна. Не знаю, плиту купить сразу, уплотниться армором. Могут ли кентавра забрать, кстати, или могут, интересно. Кентавр так-то без блэдмейла играет, хоть и с сердцем. Но я бы подошел все равно. Не успел подойти. Ебаная тучка, блядь, километровая, нахуй. Ай-яй-яй. Ну мы по одному что-то как-то получается. Ух ты ж. Ну они прям меня вот этими вот своими прятками очень долго сейвят, если честно. И под сейвить я имею в виду конкретно сейвить. В том смысле, как и говорю. Не, очень сложно меня убить. Без шуток сложно. Сколько там ОД своего урона влил, это капец. Дальность косы давай. Причем урон Бэкдора чистый. Нет. Да, бэкдора нет, можно сносить это дело. Хорошо, как. А, блин, чувствуется, что монопула мало. Особенно с этим ОД. Хорошо. Можно зайти, пусть может быть бэк кто потратит, пушку погрызть, не? Не, давай отходим. Все, отошли, отошли. Нет. Чаще. Пусть это. Метр лицо обладают. Надо, да, у меня 3000, мне вообще пофигу. Ну, да, ну, они сложатся, сейчас все. Быстро кончится. Ну, не знаю. Все равно сложно будет меня убивать. То, что убьем, и придешь танчить можно. А, кентавра нет, господи, я понял вас. Ну отойди тогда, чтобы танканул я. Интересно, он вообще получает урон? Да, сами. Постой на стреме. Вот там ОД, полови всю эту чепуху. Хуйня пришла. Ну, меня будет сложно убить, мне этот Айгис не нужен. Да и брейсерки как-то поинтереснее смотрятся, на самом деле. Ах ты черт, а. Может, еще Яшу собрать вообще? И хп реген повысится мне. И минус от резисты всякие. Будет прекрасно. Сидеться на мне явно. Можно подзайти даже. Да, можно и подзайти. Без шуток. Можно лицо им сломать. Я могу нассать в купол, ты же говна. Купол 10 секунд. Угу. Как же Рики меня любит все-таки, а? Ну я вообще не боюсь, на самом деле. Меня невозможно подпорбить совершенно. А вот так, кстати, пробитие будет какое-никакое явно. Аккуратнее, Валик.
Ну, из тучки можно выходить, хилить этого вайда понемногу. А вот тебе парень уверенный, без шуток. Ой, пошла заруба. Ну, кстати, я бы и зашел сюда. Пусть хоть как-то получить урона. Косы жаль нету. Арканы. Нажмите арканы, ману. Господи, какая бесполезная коса. 500 маны стоит. Их даже не хватает. Ну, какой-то такой герой получается, Некрофос. Блейдмейл. Классно. Мне кажется, очень классно. Звук, наверное, очень громкий был в игре. Ну, как-то так. Прикольно получилось. Я думаю, можно в трон, не боясь. Что, в трон не хотите сразу закончить это? Драться они с нами все равно не могут. Кая, Саша. Да, Кая, Саша нужна штука. Явно здесь. Ух ты ж, смотри. Ух ты ж, ух ты ж. Да, я было бы неплохо, конечно. Что-то как-то они очень уверенно на меня пошли. Ух ты ж, ух ты ж. Но этот умирает явно. О, как же он меня все-таки хочет, а? Очень сильно хочется крипов поубивать немножко. Нормально, слышно. Блин, БМ, а? БМщик Б. Ай-яй-яй-яй. Ну давай подеремся, мальчик. Я живу в Тараске, на самом деле, очень много. Ай-яй-яй-яй, как хорошо, а. Боже, какой же неубиваемый герой все-таки, а. Какой же этот герой неубиваемый. А сейчас еще Кая, вот это вот Саша, добавится. Вообще капец будет. Не могу. Не могу нажать косу. Не дают черти. А? Сейчас, пацаны, вот так. Что-то не умирает вообще, нахуя? А? Арина. Зачем умирать? На, меня кентаврик подсейвит нормально. Ну ладно. Сложно жить в такой ситуации. Зачем умирать? Зачем умирать Некрофос с Блейдмейлом вообще? Отойдите как. Но я все-таки купил, что хотел, купил. Усиление Гошау давать ему? Ух, как громко-то, а. Усиление Гошрауда решил взять немного. Хотя тут, смотрю, повеселее каточка. Лянь-лянь-лянь. Умрет Свен, не умрет? Как же его сейвят все-таки, это ужас. Они так могут и это... И вернуть себе преимущество так-то. Надо Шиву собрать уже. По регену у них у всех есть так-то. Какой-либо. Так что да... Бля, за это время Войд мог не снести уже, блядь. Не, ща я пофармлю, подожди. Ща парень дофармит. Все нормально. Брестерки можно уже продавать, думаю, некоторые. Ну, вот фласочки я не смогу все-таки продать никак. Кура летит, смотри, тут. Он как бы с Эгисом, да, был. Эгис просрал и бэкнул. Парень по книжке играет, получается. У меня 100 хп регена. Капец. Я вообще не боюсь, мне пофиг. Давай, купол там какой-нибудь, я не знаю. Снизу на самом деле, что угодно. Он от слада отбился. Оп. Оп. Хорошо прям. А можно в него хоть что-то закинуть, не?
Или у него кнопки не работают никакие? О, хорошо прям. Хорошо, хорошо. На, за тупость. Красота какая. Здорово, пацаны, как дела ваши? Свенчик, куда собрались? Свенчик, Свенчик. Стоять, Свенчик. Кстати, а какая рейнджа вообще замедление? 24% замедляет, капец. Много-много. Так, что там, героев убили вражеских. Теперь можно и нести, в принципе, базу им. После смерти ихней. Оп. Оп. Здравствуйте. Не? Ну ладно, как знаете. О, разорщика. Словили, словили, хорошо. И добили. Да умри ты уже. Что ты такой живучий-то, а? Падла. Какие же они живучие все-таки, а? Это ужас. Сколько Д вообще этого Госрауда, а? Душат. Хорош, хорош. Спасибо, брат. Все, отхилился. Как же этот Рики со своей тучкой заманал? Оп. Ну-ка, ну-ка. Выливаем дэмэдж. Выливаем. Боже, я фул хп. 170 хп регена. Это хуйню одну, только потом. Умри. Умри, умри. Ай, хорошо. Прекрасно. И этого тоже. Эй, не успел. Короче, вот такой вот некросс через Bloodmail, сердце, фул танков. Фул танковый с кентавром попались. Красава, пацаны. А что-то весело играть два Bloodmail'а. А, в один, ну ладно. С кентавром получилось весело. Некрофос, который просто идет фронтлейнер, такой с БМом, с брейсерками. Слушайте, мне понравилось, на самом деле. Каточка прикольная. Но мне понравилось. Очень интересно получилось. Войд в MVP, что? Этот Войд, который фармил весь всю игру лес MVP? Ну, мне эти пацаны понравились, но Войд не буду ничего кидать. Парень странный очень. Такой устроил там, конечно. Сколько мы урона внесли? 55 тысяч урона? Жесть. Просто бегал, всех сжигал. Урон 8 тысяч получен. Но я и нахилил там очень много, на самом деле. Капец, конечно. Ну и герой. Ну и срань. 31 кда. Ой, начинается. Ну все, писька больше. У кого больше? У меня больше. Какой-то такой герой. Если захотите, ребят, играйте таким. Показал такой билдец. Пошел я дальше также играть.